Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Ең алдымен бүгінгі кездесуді ұйымдастыруға осындай қолдау көрсетіп, көмек жасатқан орталық коммуникациялар қызметіне алғысымызды білдіргіміз келеді. Себебі бұл еліміздегі ең таңдаулы осындай ақпараттық алаңдардың бірі. Бұл алаңдарда мемлекеттік ұйымдар, мемлекеттік ресми мекемелерінің өкілдерімен, басшыларымен қатар қоғамдық ұйымдар, азаматтық қоғамның өкілдері де өздерінің ойларымен, позицияларымен, ұстанымдармен, ойларымен бөлісіп тұрғаны бізімше жақсы үрдіс. Бұл үрдіс әрі қарай да жалғаса береді деп сенім білдіргім келеді. Бүгінгі біздің баспасөз мәслихатымыздың негізгі тақырыбы өткен жылдан қараша айынан бастап осы жылдың наурыз айының 16-сына дейін біздер республика деңгейінде үлкен зерттеу жүргізген болатынбыз. Бұл зерттеудің тақырыбы Қазақстандағы терроризм қауіп мәселесі. Бәрлігіміз де білеміз, осыдан 1-2 жыл бұрын елімізде осындай түрлі, әртүрлі, алуан түрлі оқиғалар орын алған болатын. Бұл оқиғалар түрлі бағаға ие болып, кей кезде ашын айту керек, қарама-қайшы бағалар да беріліп жатты. Сондықтан біздер өз тарапымыздан сарапшылар осы құбылысқа, осы оқиғаларға бір жағынан баға беру, екінші жағынан осы орын алған оқиғалардың ішкі заңдылықтары, оларға бұл оқиғалардың орын алуына, экстремизм және терроризм қаупінің өршуіне қандай факторлар әсер еткендігін, ішкі және сыртқы факторлардың өзара байланысын анықтау мақсатында осындай үлкен көлемді зерттеу жүргізген болатынбыз. Міне бүгін осы сіздермен кездесуде осы зерттеудің алғашқы қорытындыларын жариялайық деп едік. Мен осы біздің дайындаған мәліметтеріміздің презентациясын таныстырмас бұрын, ең алдымен бұл зерттеу жалпы тәуелсіз мемлекеттер достастығы, баяғы посткеңестік кеңістіктегі осындай жалғыз зерттеу екенін атап өткім келіп отыр. Себебі басқа қаншама елдер осындай проблемалармен ұштасып отырса да, бізден де күрделі жағдайда, бізден де күрделі формада кездесіп отырса да, бірақ дегенмен азаматтық қоғаммен, мемлекет билікпен бірлесіп отырып осындай зерттеу ұйымдастырылған емес басқа мемлекеттерде, басқа елдерде. Сондықтан да бұл зерттеудің өзі де менің ойымша бұл жақсы бір құбылыс, себебі бұл мемлекетпен азаматтық қоғамның арасында ортақ проблемалар, ортақ мәселелер жөнінде бірігіп шешу қажеттігін түсіністік бар екендігін және оған дайындықтың бар екендігін анық көрсететін сияқты. Енді елдегі ішкі мәселелерді терроризм және экстремизм қауіп қатерінің дамуына не себеп еткенін айтпас бұрын, ең алдымен халықаралық масштабтағы жаһандық деңгейде бұл проблеманың қалай дамығанын атап өту керек. Бұл міндетті шарт меніңше. Себебі көп жағдайда отандық сарапшылар, шетелдік сарапшылар Қазақстандағы белгілі бір оқиғалар талдаған кезде оларды әлемдегі халықаралық деңгейдегі басқа бір осындай секілді оқиғалармен салыстырмалы зерттеулерін айтпайды. Сөйтіп, жекелеген бір оқиғалар өз бетімен орын алған сияқты болып қалыптасады. Бірінші слайдты көрсетіп отырмын. Бізде слайдтар екі тілде ұйымдастырылып отыр, қазақ тілінде және орыс тілінде. Жаһандық терроризмнің дамуы, бұл жерде біз ресми мәліметтерді алып әдейі топтастырдық. Жыл сайын өздеріңіз білесіздер, Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік департаменті жаһандық терроризм бойынша ресми осындай зерттеу жариялайды. Біз сол соңғы жылдары осы зерттеуде келтірілген фактілер цифрлы жинақтап, міне осы таблица ретінде көрсетіп отырмыз. Қарап отырсаңыз, соңғы 10-12 жылда терроризм қауіп қатер жаһандық деңгейде күрт өсіп келе жатыр. Әсіресе 2005 жылдан бері 10 есе. Яғни егер де 2005 жылға дейін жылына 200-300 көп болса, 600 әлем бойынша терактілер орын алатын болса, 2005 жылдан бастап кенеттен күрт өсіп жылына 10 мыңнан аса әлем бойынша терактілер орын алған. Яғни бұл жаһандық үрдіс, терроризм қауіп қатерінің күшеюі, бұл әлем бойынша орын алып отырған құбылыс екенін айтып өту керек. Бәрлік мемлекеттерге де қауіп төніп тұрған факторлардың бірі. Және де 2005 жылдан бастап осы қауіп қатерлерінің өсуіне себепкер болып отырған бұл жаңа
конфликттер ошақтарын пайда болу. Ауғанстан, Ирак, одан кейін басқа да таяу шығыстағы мемлекеттер. Кейбір шетелдік сарапшылардың айтуы бойынша, бүгінгі уақытта, қазіргі заманда терроризм қауіп-қатері жаңа формаға, жаңа форматқа ие болып жатыр. Бұрынғы өткен ғасырдың 60-шы, 70-шы, 80-шы жылдардағы террористік ұйымдардың іс-әрекетімен бүгінгі қазіргі заманда террористік ұйымдардың іс-әрекетіндегі мазмұны да сыртқы формасы да едәуір айырмашылығы бар. Осының есебінен көптен шетелдік сарапшылар айтып отыр, қазіргі уақытта, қазіргі заманда терроризм бұл соғыстың жаңа формасына, жаңа типіне айналып кеткен. Бұл өз кезегіне әлем бойынша әскери мақсатқа жіберілетін қаржының күрт өсуіне де себепкер болып отыр. Стокгольмдегі халықаралық зерттеу орталық институтының мәліметтері бойынша соңғы 10 жыл ішінде әскери мақсатқа дүниежүзінде арналатын шығындар жарты есеге, яғни екі есе өскен жалпы көлемінде. Мамандар бұл үрдісті терроризм қаупымен байланыстырады. Қазіргі уақытта әлемдегі террористік ұйымдардың басым көпшілігі баяғыдай өткен ғасырдың террористік ұйымдары сияқты вертикальды құрылым емес, бұлар желілік принциппен құрылған, орталықтандырылмаған, орталық басқару нүктесі жүйесі жоқ және әдетте бытыраңқы деңгейде әрбір топ дербес формада қызмет етеді және де былай анықтама ретінде айтатын болсақ, қазіргі заманғы терроризм бұл алуан түрлі криминалдық қызметпен айналысатын топтардың корпорациясы. Яғни бұл өз бетімен өмір сүріп жатқан дербес әртүрлі топтардың түрлі криминалдық қызметпен айналысатын наркотрафик болсын, адам ұрлау, қару жарақ сатумен тағысын тағы басқа. Яғни криминалдық қызметтің барлық саласын қамтитын осындай үлкен корпорация деп айтуға болады. Осы жерде басып айтып, тағы да қайталап айтып қажет, барлық террористік ұйымдарды басқаратын бірыңғай орталық жөніндегі пайымдаулар бұл қате тұжырым, ондай шын мәнісінде жоқ. Әрбір өңірдегі террористік ұйымдар өз бетімен және дербес қызмет етуде. 2002 жылдан бастап әлем бойынша лаңкестік шабуылдар жаңа айтып отырғандағыдай саны өсіп келе жатты, әсіресе 2005 жылдан. Егер де бірінші слайдта біздер Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік департаментінің мәліметтерін келтірген болсақ, бұл келесі слайдта біздер халықаралық бейбітшілік және экономика институтының мәліметтерін әдейі келтіріп отырмын, сен салыстырмалы деңгейде болсын деп. Бұл диаграммадан байқалатындай тәуелсіз сарапшылардың да есептеуі бойынша да әлемде соңғы 10 жылда террористік шабуылдардың саны күрт асуда. Я здесь специально просто еще раз прокомментирую отдельно. В нашем исследовании, которое мы сегодня презентуем, основной акцент необходимо делать в первую очередь на сравнительном анализе тех тенденций, которые наблюдаются в целом в нашем регионе, и с теми тенденциями, которые происходят в общемировом контексте. Каждый раз, когда происходят какие-то отдельные события или процессы, зачастую отечественные и зарубежные эксперты эти события рассматривают отдельно. Хотя, как мне кажется, именно в сравнительном аспекте. Поэтому, прежде чем демонстрировать результаты нашей исследования по Казахстану, мы хотели специально остановиться на анализе мировых тенденций, международных тенденций в сфере безопасности. Если посмотреть данные за последние 10-12 лет, то в мире резко 2,5% это угроза терроризма, она стоит актуально перед всеми странами мира. Практически все государства сталкиваются так или иначе с этой угрозой. И если мы говорим
учетом, как я уже говорил, буквально 10 раз. И если в сравнительном аспекте в 60-х, 70-х, 80-х годах прошлого столетия террористические атаки были в первую очередь направлены этапе с целями служб, органов, ну и также простые граждане. То есть последние годы отмечается очень большое количество жертв именно среди простого населения. Каждый год различными аналитическими центрами публикуются так называемые глобальные индексы терроризма. В частности, вот Институт экономики и мира, вот последний их индекс за 2011 год, в котором вот видно страны по степени активности как бы там, террористической угрозы. И мы видим, что Казахстан находится в группе наиболее благополучных стран, которые не стоит остро так угроза терроризма. Этот важный аспект. Почему? Потому что когда в нашей стране 2 или 3 года назад произошли вот, события, многие, опять же, отечественные, зарубежные эксперты немножко поспешили заявить о том, что Казахстан вот сразу же отнесся к группе стран с высоким риском. На самом деле, вот мы специально изучали, вот, и я в частности вот, в своих зарубежных поездках в США и в странах Европы посещаю различные антитеррористические центры. В различных глобальных индексах оценки угрозы терроризма Казахстан находится в группе стран с наименьшим риском угрозы терроризма. Это очень важный аспект. И это подтверждается данными разных институтов. Если в первом слайде мы демонстрировали данные Института экономики мира, то в следующем слайде мы можем видеть данные консорциума START. Это очень крупнейшая аналитическая организация, дислоцирующая в Соединенных Штатах, которая ведет подсчет террористических инцидентов и случаев по всему миру. Фактически даже Казахстан не включен в их анализ, поскольку я здесь забегая вперед скажу, что те события, которые происходили у нас на территории Казахстана, зарубежными экспертами не квалифицированы как террористические акты. То есть разные структуры, конечно, по-разному оценивают эти случаи и инциденты. И вот что примечательно, что как раз таки у различных структур мнения в принципе совпадает. И здесь можно видеть еще один слайд за 2012 и 2011 год, террористические акты в глобальном разрезе. И данные Института мира и экономики, карта с точками активности террористической группы, мы видим, что Казахстан не отнесен в регион, в зону активности террористических организаций. И вот переходя к казахстанской тематике, проблематике, нужно отметить, что эволюция угрозы терроризма в Казахстане проходила через несколько этапов. Я выделяю 3 этапа, в частности. Это первый этап, конец 90-х, начало 2000-х годов. Это проблема, так скажем, беглых террористов. То есть, когда на территории страны пытались найти убежище, прикрытие участники незаконных вооруженных формирований, участвующих на территории других стран. Второй период – это так называемый вербовочный период. Это период 2006-2010 года, когда, поддаваясь зарубежной пропаганде, различным вот материалам в интернете, граждане Казахстана пытались участвовать на территории других стран в террористических акциях. И так называемый третий этап, когда уже появились отдельные группы, ячейки на территории Казахстана, которые пытались планировать такого рода акции. И вот для выяснения причин и факторов нами было проведено большое исследование с прошлого года, с ноября по март этого года.
Исследование было проведено Центром программ безопасности. Это независимая неправительственная аналитическая организация, действующая уже более 10 лет. Исследование проходило в три этапа. Это очень важный момент. Почему? Потому что здесь в любом исследовании, конечно, в первую очередь важна методологический инструментарий, которым пользуются. Да? То есть если часто эксперты делают свои оценки, прогнозы из каких-то открытых источников или просто комментируют высказывания других экспертов, то мы здесь решили непосредственно погрузиться в эту проблематику и провели исследование в три этапа. В первую очередь мы проанализировали материалы уголовных дел по статье «Терроризм» в период с 2004 по 2013 год. На втором этапе мы провели интервью непосредственно с осужденными лицами по статье «Терроризм» в колониях. Здесь нам большую помощь оказали эксперты Центра стратегии, социологи, которые непосредственно разработали анкету и непосредственно сами провели интервью с осужденными лицами в колониях. И на третьем этапе здесь тоже нам оказали содействие сотрудники данного центра, который представляет сегодня Гульмира Илюева. Это интервью с родственниками, близкими осужденных лиц, для того, чтобы понять среду, в которой воспитывались, развивались эти лица. Общие характеристики исследования. В целом, нами были охвачены данные 227 человек, из них 150 осужденных лиц. Также мы охватили данные 77 лиц, которые так или иначе упоминаются в уголовных делах и материалах в разной степени причастности к террористической и экстремистской деятельности. Одним из важных выводов нашего исследования является то, что нами была разработана, выявлена схема взаимодействия между различными группами. То есть таймлайн разворачивания террористической сети на территории Казахстана. О чем идет речь? Речь идет о том, что у нас сложилось мнение, что террористические группы не связаны друг с другом, хотя, как исследования показали, что большинство радикальных групп так или иначе были связаны, между ними существовало горизонтальное взаимодействие, то есть кто-то был с кем-то знаком, где-то вместе проходили обучение или вместе работали. Но при этом важно будет подчеркнуть, что террористические группы, радикальные группы, действующие на территории Казахстана, не имели единого центра принятия решений, не было единого центра планирования этих акций, не было устойчивых и налаженных каналов финансирования, об этом мы расскажем чуть позже еще подробно, но тем не менее между ними существовало определенное горизонтальное взаимодействие. Это очень важный аспект для того, чтобы понять, насколько масштабна эта угроза, и с другой стороны, как может дальше развиваться угроза терроризма в Казахстане. Если перейти к социально-демографической характеристике осужденных лиц, мы специально также просмотрели данные, общие данные всех лиц, которые так или иначе упоминаются в уголовных материалах. Как известно, ранее группой алматинских экспертов также был проведен похожее исследование, был составлен портрет, но в этом исследовании в основном использовались, так скажем, открытые источники, материалы из Комитета правовой статистики, но не учитывались данные тех лиц, которые были ликвидированы или уничтожены в спецоперациях, а также лица, участники радикальных групп, которые действовали на территории Казахстана еще в 2004 году. Если обобщить, то более 55 участников уголовных дел – это молодые люди в возрасте 17-29 лет, из них 36% не достигших 25 лет, порядка 35% в возрасте 30-39 лет. Самым молодым участником на момент совершения преступления было 17 лет, самому старшему – 48. Образование. Порядка 56 членов радикальных групп имели лишь аттестат о среднем образовании. Тоже очень важный момент. К примеру, один из осужденных по статье «Терроризм» закончил только 4 класса средней школы. Более трети участников террористической группы получили среднеспециальное и высшее образование. 18% высшее, 16% среднеспециальное.
лишь малая часть членов групп, порядка 6%, только 6% посещали специальные религиозные учреждения. То есть это о чем говорит? О том, что в основном, основное количество вовлекаемых в радикальную деятельность были люди, которые не имели должного религиозного образования, не имели понимания в этой сфере. Основная масса участников террористической и экстремистской деятельности – это безработные лица, 73%. Доля тех, кто имел постоянную работу, составила 26%. Также в ходе нашего исследования мы составили примерно типологию тех групп, радикальных групп, которые действовали на территории Казахстана. Это тоже очень важный момент. Нами была проанализирована деятельность 19 радикальных групп, которых мы разбили условно на три категории. Первая – это так называемая диверсионная группа. Не хотелось, конечно, нам использовать такое вот определение, оно достаточно резкое, но как-то не получается самое точное все-таки определение. Почему? Потому что под данной категорией имеется в виду группы, которые были созданы эмиссарами извне по четкому плану, то есть изначально был лидер, четкая структура, причем у членов группы было четкое распределение обязанностей, один отвечал за, скажем так, подготовку документов, другой отвечал за, так скажем, поиск оружия, сбыт и так далее, третий отвечали за, скажем, обеспечение жильем и так далее, и так далее. То есть диверсионные группы от других групп отличаются тем, что, еще раз повторюсь, они создавались по четкому плану, по четко изначально разработанной уже структуре. Таких групп было немного, мы выделяем только одну группу. В принципе, с этой группы, собственно, все и началось. В 2004 году сюда были направлены два эмиссара из Афганистана, которые создали большую группу, группу Джамаат Муджахеда Центральной Азии, которые совершили диверсионно-террористические акты на территории других стран Центральной Азии, не в Казахстане. Эта группа затем была ликвидирована, нейтрализована, но остатки этой группы впоследствии, люди, которые были на третьем, на четвертом плане, впоследствии, спустя 5-6 лет, самостоятельно создали в разных регионах уже самостоятельные ячейки. То есть это говорит о том, что все-таки разворачивание террористической сети, радикальной сети в Казахстане происходило под воздействием внешних источников, внешних факторов. Второй группа – это так называемый джамат, религиозные общины, группы. Эти группы создавались сами, иногда спонтанно, фактически часто спонтанно. Большинство таких групп формировались на базе общин, молодых людей, которые посещали религиозные учреждения. И под воздействием более активных участников, которые затем становились, сами себя провозглашали лидером, эти группы спустя время трансформировались в такие вот экстремистские группировки. И третий тип это так называемые банды. Почему банды? Потому что на самом деле эту категорию представляют те группы, которые фактически занимались банальной криминальной деятельностью, большей частью грабежами, разбоем, нападением. То есть это были криминальные группировки, которые под воздействием опять либо лидера, либо других факторов спустя время начинали трансформироваться в экстремистские группировки. И здесь я хочу отметить, что основное количество действующих на территории Казахстана групп, это как раз таки представляли собой криминальные группы. Отсюда же выходит очень важный еще один раздел, это финансирование. Потому что тоже было очень много разговоров, догадок, предположений среди экспертов, как финансируется. Мы просмотрели, проанализировали. И мы выявили три источника финансирования. Первое – это личные средства сбережения самих членов групп, как правило, лидеры или прочие активные участники групп, формируя общины или ячейки, на первых порах сами самостоятельно финансировали деятельность таких групп, участвовали, например, скажем, каких-то в строительстве или занимались каким-то общим бизнесом, продажей, перепродажей. Определенную часть средств они складывали в общий, так скажем, бюджет, остальные использовались в личных средствах. Ну, естественно, бюджет этих групп был не очень высокий, но, тем не менее, этого хватало для того, чтобы приобретать какое-то оружие. Второй источник – это криминальная деятельность, часто вот, которым промышляли эти группы. Это грабежи, разбои. В
В принципе, большинство групп как раз-таки попали в поле зрения правоохранительных органов как раз-таки из-за вот банальной криминальной деятельности. Одна группа, например, попала в поле зрения правоохранительных структур из-за того, что совершила ограбление продуктового магазина на окраине одного областного центра. Результатом этого нападения стало 8 тысяч тенге и несколько пачек жвачек, например. То есть... Примерно объем средств был такой, каждого, скажем так, нападения. Ну, иногда, конечно, попадались более крупные какие-то средства, но в основном это были маленькие, плохо организованные криминальные группы, которые занимались обычными криминальными преступлениями. И третий источник – это пожертвования со стороны сочувствующих. Как правило, этим источником пользовались радикальные группы, действующие на территории других, наоборот, государств. То есть те граждане, которые покидали Казахстан и участвовали в боевых действиях на территории Афганистана и Пакистана, они, естественно, обращались к своим сторонникам в стране с просьбой переслать им деньги, помочь и так далее. Многие люди даже и не знали, в каких целях используются эти средства. Но, тем не менее, таким образом собиралась достаточно внушительная сумма. И в одном из регионов такой канал функционировал в течение 2-3 лет. И удалось собрать достаточно большое количество. Еще один раздел касательно оружия и оснащения. Согласно данным анализа, которую мы провели, каждая террористическая группировка имела определенный арсенал оружия, в большинстве своем приобреталась она незаконно, а также самодельные взрывные устройства. Здесь надо подчеркнуть, что самодельные взрывные устройства фактически в 95-99% они изготавливались самостоятельно из материалов в интернете, то есть пользуясь обычными ресурсами, где они находили. Отсюда же, естественно, и обеспокоенность наших правоохранительных структур, когда они говорят о том, что необходимо вести постоянный мониторинг радикальных экстремистских сайтов. Это действительно нужно, нельзя недооценивать угрозу. Первый момент. Террористические группы преимущественно были вооружены обычными охотничьими ружьями и самодельными взрывными устройствами. В ряде регионов на юге страны, в Алмате, отдельные группы были оснащены более уже эффективно автоматическими оружиями, гранатами, гранатометами. Здесь имеется в виду то, что в разных регионах разный уровень доступа к нелегальному обороту, незаконному обороту нелегального оружия, так скажем. Согласно данным анализа, который мы провели, часто в арсенале этих группировок находились оружие со стертыми номерами, которые были даже случаи, когда, скажем так, коррумпированные сотрудники правоохранительных органов перепродавали на, так скажем, на нелегальном рынке оружие, полученное в ходе акции по добровольной его сдаче. Отсюда же и, естественно, необходимость более ужесточения контроля за незаконным оборотом оружия. Террористические группы, необходимо это тоже отметить, достаточно легко приобретали на черном рынке спецсредства, технику, штатную форму сотрудников полиции. Это тоже нужно выделить в качестве отдельного момента для того, чтобы соответствующие службы усилили контроль за использованием этих средств. Ну и последнее, что в этом разделе, еще раз повторюсь, это то, что активно использовались при подготовке самодельных взрывных устройств ресурсы из интернета. Как я уже говорил, 95-99% фактически изготавливались из материалов. Последний раздел, который мы хотели еще раз отдельно акцентировать, это цели и жертвы террористических преступлений. Почему? Потому что сложилось мнение, согласно мнению разных экспертов, что часто целями атак радикальных групп становятся сотрудники правоохранительных органов. И это мнение, честно говоря, укрепилось в общественном мнении. Хотя, как показывает анализ, на самом деле зачастую, наоборот, жертвами становились простые граждане. Почему? Потому что, если вот посмотреть на вот последний слайд, распределение количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения, то видно, что сотрудники правоохранительных органов становились жертвами
часто не в результате целенаправленной, спланированной акции, а в результате, скажем так, перестрелок, спецопераций. Ну, здесь вопрос был подготовленности самих сотрудников правоохранительных органов. Но гражданское население чаще становились все-таки объектами нападения в результате спланированных акций. То есть, если посмотреть на цифры, то видно, что чаще всего планировались нападения на простых рядовых граждан. Они становились жертвами в результате вот спланированных, продуманных акций с целью грабежа, разбоя, нападения. Чаще всего жертвами становились таксисты, предприниматели, работники торговых заведений, целители, то есть те, у кого могли находиться определенный оборот, денежный оборот. Это очень важный момент. Почему? Потому что показать, что терроризм, экстремизм имеет общественный характер угрозы. То есть мнение, что радикальные группы выбирают цель только сотрудников правоохранительных органов, она и с одной стороны ошибочная, с другой стороны некорректная и опасная для того, чтобы не подыгрывать идеологии или стратегии этих радикальных групп. Ну и в заключение я хотел бы еще раз повторить несколько важные тезисы нашего исследования. Первое. Действовавшие на территории страны террористические радикальные группы вели свою деятельность автономно, не имея единого центра принятия решения, либо общей координации. Также отсутствовал устойчивый, четкий, налаженный канал финансирования. Второй момент. Большинство случаев и инцидентов, произошедших в анализируемый период, сложно квалифицировать как террористические акты. Почему? Потому что в основном все произошедшие инциденты были ответными действиями на оперативно-розыскные мероприятия правоохранительных органов. Фактически, ну, кроме 2-3 случаев, остальные инциденты и случаи нами, экспертами, не квалифицируются как террористические атаки, акции, поскольку чаще всего это были спонтанные, случайные акции. Правоохранительные органы неожиданно для этих групп выходили на их след, и происходили перестрелки, спецоперации. И вот часто в средствах массовой информации и в экспертных оценках эти события квалифицировались как террористические акты. Хотя это несколько ошибочное утверждение. Третий момент. Спецслужбам и правоохранительным органам в целом удалось не допустить объединения и усиления действующих на территории Казахстана радикальных групп. Это тоже очень важный момент. Почему? Потому что, опять же, в общественном мнении, в экспертном мнении существовало мнение, что спецслужбам не удалось проконтролировать развитие ситуации. На самом деле все эти группы были ликвидированы еще на стадии формирования. На стадии формирования. То есть удалось предотвратить большинство планировавших акций. Четвертый момент. Большинство действующих на территории Казахстана радикальных групп фактически представляли собой криминальные банды, промышлявшие разбойными нападениями, кражами, грабежами, которые прикрывались определенной религиозной риторикой и которые позже под влиянием лидеров или других факторов трансформировались в экстремистские группировки. Пятое. Радикализация различных групп происходила на фоне отсутствия системной работы в религиозной сфере. Фактически, честно говоря, в этот период отсутствовал какой-либо должный контроль. Эмиссары различных радикальных групп открыто даже приезжали, посещали разные областные центры, выезжали даже в районы, в клубах встречались с молодежью. Потом, конечно, мы сами удивляемся, откуда появились вот такого рода радикальные ячейки. И последний, шестой момент. В общественном мнении сложился стереотип, что основными объектами террористических атак становятся сотрудники правоохранительных органов. Соответственно, ложное мнение, что терроризм не представляет угрозы простым гражданам. Еще раз повторюсь, это очень ошибочное мнение. Анализ показывает, что чаще всего жертвами нападений, преступных акций различных радикальных групп становились именно простые граждане. Отсюда выходит очень важный тезис основной, что терроризм, экстремизм, радикализм представляет общественный характер угрозы. Это касается всех граждан, всего общества, и для эффективной борьбы необходима консолидация усилий государства и общества. Үлкен, рахмет, Ерке. Я очень внимательно слушал, и в течение вашего выступления, анализа, вы не сказали единственное слово, которое четко
целенаправленно во всех средствах массовой информации западных, российских, русскоязычных, англоязычных, везде говорится «исламисты». В этого слова не говорили. Если теракт совершается, скажем так, не исламистом, какая идет дефиниция? Да? Что это означает? Это западная формулировка? Запад-Восток или что это? Насколько политкорректно это вообще применение? Да. Этой проблематикой я занимаюсь давно, уже более 10 лет. И всегда подчеркиваю, это не только мое мнение, мнение многих экспертов, которые занимаются изучением проблемы терроризма. Очень неправильно часто в террористических действиях или акциях искать определенную какую-либо идеологию. Терроризм чаще всего это даже не идеология, а стратегия. Это набор конкретных действий для достижения определенных целей и задач. И есть немало примеров, когда террористические группировки, радикальные группировки, очень легко, спокойно, быстро меняли, трансформировали свою, так скажем, идеологическую платформу. Вот я занимался изучением одной группы, которая за 25 лет 5 раз радикально изменила свою идеологическую концепцию. Радикально. То есть фактически идеология для этих групп, она имеет второстепенное значение. И здесь я хочу подчеркнуть, что чаще всего каждый теракт, он сам по себе является призывом к другому террористическому акту. То есть мы видим и знаем много примеров, когда, скажем, тот же самый Брейвик на Норвегии, который совершил террористический акт, просто копируя, повторяя действия, да, других экстремистских радикальных групп, которых он считал своими врагами. Но, по сути, он повторил то же самое действие. То есть и здесь, и в Казахстане фактически тоже имело этот эффект, когда разные группы, радикальные группы, они не намеревались на самом деле совершать подобного рода преступные акции на территории страны, но когда пошла вот волна разных событий, и здесь, конечно, здесь сыграла еще определенная информационная подача, честно говоря, этих событий, взаимные как бы нагнетания ситуации, и большинство этих групп начали совершать эти акции как раз-таки под влиянием, информационным влиянием. То есть, видя, как в других регионах происходит, они начали, естественно, планировать и совершать такие же рода акции здесь. Поэтому, вот как эксперт, который занимается этими проблемами, и общаясь с многими другими экспертами, я могу вот откровенно сказать, что неправильно и ошибочно искать вот, террористических каких-то случаях, инцидентах, определенную какую-либо идеологию. Терроризм – это просто стратегия. Надо быть более корректным в высказываниях и в дефинициях, правильно? Очень много сказали, следует очень это все внимательно переварить, оценить, подумать. И если, Гулике, у вас есть, я думаю, детально, как профессионал, вы хотели бы, наверное, тоже пару слов сказать об итогах исследования. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. У нас несколько иной аспект исследования. Ирлан приводил примеры, анализ, вернее, количественных данных, а мы провели провели интервью с осужденными. То есть у нас основная цель или то, что мы преследовали, понять, и, в принципе, этот вопрос часто звучит, так сказать, в общественном мнении, почему эти люди, которые являются нашими, ну, ходят среди нас, да, скажем так, вот первый теракт, который был совершен в Актюбе, молодой человек был там лауреатом конкурса думбристов, да, то есть почему эти люди совершают в итоге, то есть идут вот на такие действия. И, конечно, в этом смысле именно качественные методы, то есть непосредственный разговор, беседа с тем человеком, который пошел на этот акт, потом был осужден, и который сейчас, находясь в тюрьме, переосмысливает и, скажем, по-новому вот эти проживает моменты своей жизни, конечно, представляет наиболее такое очень, вернее, большое значение, и не только исследовательское, но и, по-моему, для всех тех, кто живет вот в нашей стране, среди которых ходят вот эти молодые, чаще, как вот сказали уже, люди. И это основная, так сказать, задача, посыл исследования.
Еще также, если мы посмотрим литературу, которая у нас хорошо так распространена, основная причина, скажем, носит такое объясняющее, почему у нас происходит вот этот переход в радикализм, это как бы социально-экономическая причина, что вот бедность толкает людей, молодых людей вот на подобного рода поступки. Не могу сказать, что полностью эта гипотеза, скажем так, нашла свое подтверждение, но и не могу сказать, что она полностью была нами отвергнута. Среди 14 осужденных, которые сейчас находятся в 4 исправительных учреждениях Казахстана, есть и люди, в том числе из достаточно обеспеченных семей с высоким уровнем дохода, и те, кто закончили хорошие университеты в Казахстане. И это не обязательно бедные, там, обездоленные молодые люди. Хотя есть и такие, которые потеряли, скажем так, одного из родителей или являются сиротами. И, соответственно, их жизненный путь достаточно был сложный, вот, даже вот, в таком молодом возрасте до 20-25 лет. И поэтому вот сказать однозначно, что только социально-экономические причины, что только, ну, скажем, нехорошие условия жизни толкнули их к этому акту, мы тоже не сможем. Ну, то есть, но в данном случае, мне кажется, конечно, нужно еще глубже эту тему изучать, поскольку понятно, что это, с точки зрения исследования, да, она представляет собой огромный, так сказать, интерес. Но если посмотреть основные выводы, со многими я соглашусь, которыми прозвучали. Но почему, одна из основных причин, почему люди, вот молодые люди переходят, скажем, к радикальным действиям, да, или, скажем, ну, вначале, прежде всего, мы изучили то, что они переходят как бы в лоно нетрадиционного для Казахстана, ну, мазхаба, да, или исламского течения. Эти люди чаще находятся в стадии как бы маргинализации, перехода из одного состояния в другое. То есть это чаще те, кто, как я уже говорила, либо испытывают какие-то тяжелые жизненные ситуации, либо переехали из села в город и там не могут адаптироваться, найти себя. Либо они, скажем так, поступают на учебу и потом по каким-то причинам выпадают из учебного процесса. То есть это те люди, которые переживают какие-то...
и находили там что-то, что их выделяло бы из общей вот такой серой массы, в которой они как бы находились. Это большая проблема, конечно, культурного плана в том числе. И, наконец, геополитический фактор. То есть все-таки мы считаем, что влияние внешних сил вот в том, что происходит, достаточно значительное, особенно на первом этапе. Вот мы в 2007 году еще проводили исследования, и потом в 2008 году нашло подтверждение как раз вот именно вот такой момент. То, что вначале все интересы внешние, они были извне. Потом они уже пришли в Казахстан и уже здесь закрепились. И финансирование собственное уже к 2011-2012 году уже нашли внутри страны. То есть была определенная динамика. Я хочу сказать, что все-таки в данном случае пропустили заинтересованные органы вот какой-то вот такой момент, ну, по моему мнению. Ну и в целом, как я уже сказала, тема такая безграничная в данном случае, как с точки зрения исследования. Мы надеемся продолжить. И надеемся, что эти результаты принесут пользу для всех нас. Ну и я надеюсь на то, что средства массовой информации в силу своей такой высокой значимости в обществе смогут и должны, я думаю, очень качественно эту тему как бы продвигать, освещать, потому что уже очевидно, что роль СМИ в этом процессе, и позитивная, и негативная роль, очень велика. Спасибо. Вам также спасибо. Вы употребили слово «диверсия». Вот теперь начинается журналистская информационная атака. Пожалуйста. У меня вот два вопроса к Ерлану Карину. Понятно, что у большинства вот этих завербованных адептов, этих сект, террористических группировок в голове каша. Но все-таки отдельные группировки обладают каким-то идеологическим базисом, претендуют на него. Изучается ли этот базис, как можно его опровергать? Ведется ли такая работа? Вот в частности группировка солдат и халифата, которая угрожала Казахстану. И второй вопрос. НАТО уже начинает уходить с Афганистана. И, к примеру, даже пакистанские талибы заявили, что они сейчас помогут своим афганским братьям. Дестабилизация, возможно, в этой стране, как повлияет на Казахстан в плане экспансии терроризма и экстремизма? Хорошие вопросы, интересные. Но насчет идеологической каши я все равно еще раз остановлюсь. Действительно, у многих молодых людей, честно говоря, была большая путаница, да, о чем говорила Гульмира, и не только в одном вопросе, там, скажем, к какому масхабу они числятся, относятся, или каких они религиозных авторитетов знают. Был пример одной группы, достаточно активной, действующей на территории Казахстана группы, которую мы отнесли к разряду криминальных банд, которая в поздний период трансформировалась в такую радикально-экстремистскую группу. Так вот, у лидера этой группы, он закончил университет Нур-Мубарак, а при этом еще имел свидетельство о крещении в церкви адвентистов седьмого дня. При этом еще занимался оказыванием целительских услуг. То есть все эти как бы направления взаимно противоречили на самом деле. Но это ему не мешало действовать в группе как амира и руководить этой группой, определять цели, задачи. Поэтому я еще раз вот комментирую этот вопрос. Анализируя путем поиска какой-то идеологической начинки, идеологии идейной, да, составляющей, это очень ошибочный путь для исследования, поскольку, как правило, религиозные определенного рода концепции, доктрины, они используются только для прикрытия, для оформления, скажем так. Предотвращение терактов, независимо в Казахстане или в других странах, в целом способствует снижению статистики в дальнейшем? Ну, в целом, да, конечно. То есть это является ли это уроком для того, чтобы задуматься, чтобы не совершать эти акты? Однозначно, однозначно. Поэтому и важны такого рода исследования, чтобы показывать, что чтобы молодые люди видели, что это очень опасный путь, что они могут сами стать жертвой. И многие молодые люди, вот по исследованию, у нас еще будет продолжение. Мы собираемся в следующем своем этапе исследования также еще охватить проблему участия молодых людей, фактов выезда граждан Казахстана на территорию Афганистана, Пакистана, Северного Кавказа. И надо сказать, что по предварительным данным, многие молодые люди, разочаровываясь, возвращались, естественно, чтобы понимали, что никакого отношения то в том, что они принимают участие к джихаду, к священной войне, на самом деле это не имеет. Относительно солдат халифата, это вот отдельная тема, которой я сейчас занимаюсь, поскольку в 2011 году, как мы помним,
эта группа неожиданно возникла, заявила о себе, взяв на себя ответственность. Было очень много комментариев, оценок. Была даже путаница в именах лидеров этой группы. Силовые структуры называли одних лиц в качестве лидеров. На сайте Аль-Каиды размещалось интервью лидера этой группы, где упоминалось совершенно другое имя. Позже, спустя год, разные западные СМИ сообщили о гибели якобы лидера этой группы, к которому упоминался вообще другой человек, имя другого человека. Поэтому существовала большая достаточно путаница в анализе этой группировки. Очень много моментов. Мы сейчас как раз завершаю исследование, вот последние вот детали уже собираю. Могу просто сказать, что много было материалов посвящено этой группе анализа в материалах западных и российских экспертов, и во многих материалах несколько их роль и масштаб несколько преувеличил. Не то, что несколько, даже в огромных размерах преувеличилось. Говорили, что их сторонники, что в рядах этой группы состоит несколько тысяч человек. На самом деле в этой группе состояло всего лишь 10-12 человек. Эта группа действовала не очень активно. В большей степени 80% активности она проявляла в информационной, в интернет-сфере. Поэтому деятельность этой группы, она как раз-таки показательна в том плане, что вот по данным зарубежных экспертов, 75% различных групп в мире террористических действует, функционирует менее одного года. 75%. И солдаты халифата как раз-таки это пример вот одной из таких групп. Я его называю криминальным стартапом. То есть определенные лица, люди создали эту группу, пытались ее, так скажем, раскрутить на информационном пространстве для того, чтобы привлечь внимание потенциально каких-то там внешних спонсоров. Естественно, это им не удалось, и, соответственно, эта группа впоследствии распалась. Ахмед, у нас сегодня зарегистрировали. По Афганистану, Пакистану скажу. Сейчас тема Афганистана очень важная. Ситуация в Афганистане сейчас находится в центре международного экспертного внимания. От Вашингтона до Шанхая, в Лондоне, в Москве, везде проходит сейчас очень много разных конференций, где эксперты пытаются спрогнозировать возможные варианты развития ситуации в Афганистане. Конечно, все оценки, прогнозы, они идентичны. Все эксперты предрекают в основном негативные сценарии. Разные варианты комбинации этих сценариев, вплоть до раскола страны, прихода радикальных сил, в частности Талибана, к власти, активизации террористических групп и так далее, и так далее. Действительно, такие сценарии нельзя не отрицать. Даже вот в январе этого года только в одном городе, Кабуле, в столице, произошли 16 терактов, в которых погибло 150 граждан. И вот даже на той неделе опять были совершены вот такие большие масштабные теракты, террористические атаки, опять же, в Кабуле и в других городах. И вообще последние несколько лет отмечается два и более раза увеличение количества террористических атак, нападений и так далее. Поэтому в основном эксперты склоняются к мнению, что ситуация, конечно, будет несколько ухудшаться. И я бы здесь бы даже сказал, что нынешняя ситуация в Афганистане, она будет напоминать, точно будет назвать стабильная нестабильность. То есть будут фактически постоянно повторяться такого рода атаки и нападения. Здесь надо учитывать, что 5 апреля там ожидаются президентские выборы, и различные деструктивные силы уже пообещали, заявили, что будут способствовать срыву этих выборов, и этим объясняются участившие в последнее время террористические атаки. И к концу года ожидается вывод сил международных коалиций, ну, в частности, американских войск, и по мнению ряда структур и организаций экспертных, эти события повлияют на дальнейшее ухудшение ситуации. Но, мне кажется, для Центральной Азии угроза со стороны Афганистана несколько преувеличена в том плане, что силы международной коалиции последние несколько лет особо и не сильно и не контролировали ситуацию в Афганистане. Вот я вот в слайдах вам как раз показывал данные различных международных аналитических организаций, которые показывают, свидетельствуют о том, что с 2005 года в мире произошло 10-кратное увеличение террористических атак. Почему так резко вдруг
там, в год совершались 500 атак, и вдруг с 5-го года 10 тысяч атак каждый год в мире. Вот как раз-таки за счет Афганистана, за счет Ирака и за счет вот новых нестабильных очагов конфликтов. Теперь уже и Сирия. У нас сегодня 40 средств массовой информации зарегистрированы, не только СМИ и другие организации также проявили интерес. Времени немного, поэтому телеграфно, пожалуйста, Олег. И вопрос, и ответ. У меня вопрос к Гульмир Ташилковне. Вот эксперты проводили интервью с задержанными, по какой методике составлялись эти вопросы и вообще насколько вы оцениваете достоверность полученной информации от них? Было опрошено 14 осужденных, а у нас это не анкета, это гайд, путеводитель, интервью. Мы постарались, вот я сказала о гипотезах, который, ну, то есть что человек. Вообще проект у нас назывался «Эволюция исламиста в Казахстане от обычного верующего до террориста». То есть нас интересовал вот этот путь. А обычно такого рода исследования, они качественные, и их следует изучать с помощью качественных методов. То есть берется судьба одного человека, и на основе вот этого материала делается анализ. Конечно, я не могу сказать, что мы распространяем выводы на всю генеральную совокупность, так сказать, всех осужденных. Тем более они осуждены по разным статьям, и, соответственно, ну, там есть разные категории. Но в целом, когда мы берем, вот, так сказать, вот этот массив, о котором я говорю, то есть по статьям, которые, то есть по террористическим статьям, то, соответственно, мы можем какую-то вот общую как бы картину таким образом нарисовать. И сходные моменты достаточно хорошо видны, поэтому можем делать определенные выводы. А вообще, как бы в социологии потом на основе этого делается уже анкета, когда мы вырабатываем такое общее представление, и то можем уже более крупные, так сказать, совокупности изучать. Спасибо. Да-да. Так, у меня вопрос к Кирлану Тенебаевичу. Скажите, есть ли у вас какие-то данные по религиозной литературе в Казахстане? Много ли среди таких вот книг с содержанием экстремистского толка, насколько эффективно это контролируется и откуда завозятся такие книги в основном? И второй вопрос, если мы говорим о внешних источниках финансирования экстремистских групп, то в основном из каких стран это идет? Ну, по первому вопросу, мне будет сложно ответить. В принципе, правоохранительными структурами, в частности МВД, ежегодно публикуются в их отчетах данные о количестве изъятых тиражах экстремистской религиозной литературы. Эти данные, в принципе, каждый год публикуются. Мы их анализировали, но использовать в своих экспертных оценках, конечно, в полной мере не сможем. Поэтому какого рода эти литературы были, как они изымались, эксперты чаще всего предпочитают ориентироваться на данные, полученные в ходе качественных исследований, в том числе. Поэтому изъятое количество религиозно-экстремистской литературы редко может быть использовано для анализа. Ну, я думаю, что эти данные вы можете сами получить с сайтов соответствующих структур. Источники финансирования? Источник финансирования, как я уже отметил, в основном это были внутренние источники, то есть криминальная деятельность, личные средства и пожертвования. Внешние источники были только в случае, когда создавались диверсионного типа террористические группы, как я уже отмечал, когда в 2004 году, в частности, был случай, с чего, собственно, все и началось, как я уже говорил, были направлены несколько эмиссаров с задачей создать ячейки, подпольные ячейки радикальных организаций. Да, тогда в том случае был внешний определенный канал источника финансирования. Но в последующем, в основном, действующие на территории Казахстана группы, они занимались, добывали средства криминальным путем. Ну, такой топ-тройки стран, которые целенаправленно против Казахстана работают, таких нет, да? Нет, я так не назову. Все, это хотел Лейла слушать. Пожалуйста, следующий вопрос. Асхат Ниязов, 7-й канал. Да. Ваш доклад касательно Казахстана. А как вы оцениваете ситуацию в сфере безопасности и контртерроризма в целом по Центрально-Азиатскому региону? Спасибо. Вкратце, если можно, потому что у нас много вопросов. В разных странах разная, естественно, ситуация. Я, как я уже говорил, Казахстан относится к группе наиболее благополучных стран, группе стран с наименьшим риском угрозы терроризма. И в материалах различных аналитических структур
разные, 5 стран Центральной Азии отнесены, соответственно, к разным группам стран, разным уровням террористического риска. В этой связи особенно, конечно, в последнее время отмечается активность террористических экстремистских групп в Кыргызстане, в Таджикистане. Вот, в частности, очень много сейчас данных, материалов по проблеме выезда граждан Кыргызстана на территорию Сирии и Афганистана. Поэтому в основном это связано с определенного рода внутренней социально-экономической ситуацией и, естественно, общей политической обстановкой. Так, это мегаполис Джамиля Каримова. У меня вопрос к госпоже Елеовой. Вот расскажите, пожалуйста, какие у вас остались ощущения после беседы с осужденными? И если, они вообще раскаиваются, и есть ли какие-то гарантии, что они потом снова не встанут на этот путь? Вот гарантий точно никаких нет. Они раскаиваются, но они, перестать быть, скажем, экстремистом или не быть радикалом, но они являются приверженцами уже нетрадиционного для Казахстана ислама. И вот этот момент, конечно, мне кажется, остается, остаются приверженцами чаще всего. И вот Ерлан отвечает, отвечал сейчас, да, есть несколько, две модели. Вот если вы посмотрите, Кыргызстан и эксперты из Кыргызстана часто говорят, что они используют модель компромисса, переговоров, то есть у них, они как-то так совершенно спокойно относятся к тому изобилию рынка, религиозного, который у них присутствует сейчас на территории, и они считают, что это нормально, и там даже при президенте есть совет, по-моему, в котором эти все религиозные, в том числе салафитские группы, Хизб-ут-Тахрир, представлены. У нас несколько иная модель, и она у нас определено, что есть традиционный, ислам, который исповедует большая часть, основная часть населения. Есть, скажем так, нетрадиционный для Казахстана и для казахов. И, соответственно, пока эта часть населения, которую исповедуют нетрадиционно, не рассматривается, скажем так, дружественно или недостаточно дружественно. В этом смысле, как оценивать? Если люди, у нас свобода совести, если человек исповедует ислам, но он несколько иной, или совсем иной, чем у основной части населения, это хорошо или плохо? Или как это оценивать? Этой дискуссии у нас еще не произошло в нашей стране. И поэтому, когда мы говорим, они раскаиваются, если они совершили нечто, на самом деле, противоправное, если там убийство и так далее. Но что они имеют другие убеждения, в этом они не раскаиваются. Почти все, они довольно тверды в своем убеждении. Те, которые совершили теракт, в этом вопросе немножко между строк звучит вопрос так. Те, которые совершили эти теракты, не было ли у вас такого ощущения, что выйду, еще больше отомщу? Во-первых, они выйдут через очень-очень большое время, но они, конечно, так не скажут. Они же, знают, где они находятся, поэтому искренность их была, конечно, не такая, недостаточная, скажем так. То есть, конечно, можно было... Есть люди, которые раскаиваются однозначно, потому что, они, как я говорила, когда о финансировании, статья о финансировании террористической деятельности, там они вообще даже удивлены. Они даже не понимают. Там иногда два брата, например, сидят вместе. То есть они семейные уже подряд. Так, следующий вопрос. Информационный портал «Стратегия-2050». У меня тоже вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как вы намерены продолжать именно исследование в дальнейшем? А какую категорию людей вы планируете охватить? Сколько человек? Спасибо. Вообще, в целом, состояние религиозности и религиозной ситуации в Казахстане – это должно быть предметом постоянного изучения. То есть, если отвечать на ваш вопрос, первое, я бы очень хотела понимать, То есть у нас по переписи большая часть казахов, подавляющая часть казахов записана мусульманами. Но если это не совсем правда. То есть этот момент, Второй момент, это непосредственно касаемо террористической деятельности и тех людей, которые осуждены. Здесь, я еще раз повторю, их достаточно много, но там разная статистика проводится. И чтобы еще более репрезентировать наши выводы, о которых я уже говорила, конечно, нужно углубленное изучение. В принципе, я в данном случае как исследователь заинтересована в максимальном изучении, то есть, если это возможно, и, соответственно, в продвижении этих результатов. Ахмед, Кирсок.
Бахтыралбай, 7-ші арна. Ерлан Тыныбайұлына бірінші сұрақ. Жалпы осы зерттеу барысында шетелдерде, жалпы әлемде қанша Қазақстан азаматтары осы лаңкестік ұйымдардың құрамында, экстремистік ұйымдардың құрамында жүргені анықталды ма? Өзіміздің Сириядағы содырлардың құрамында осы жерлестеріміздің болғанын білеміз. Және де осы Қазақстаннан лаңкестік ұйымдарды қаржыландыру мәселесіне қатысты шамамен қанша қаражат лаңкестік ұйымдары Қазақстаннан шықты, осы мәселені айтып бере аласыз ба? Бірінші сұрақ бойынша бұл жөнінде әртүрлі пікірлер бар, әсіресе мына шетелдік сарапшылар тарапынан. Оған ілесіп кейбір біздің отандық та сарапшылар қосылып шетелде жүрген Қазақстан азаматтарының санын кішкене әсерлетіп беріп жүр. Шын мәнісінде біздің жаңа әзірше жүргізіп жатқан зерттеу бойынша бұл сандар көпте көп расталмайды. Шын мәнісінде мысалғана Сирияда немесе Ауғанстанда 200-300 адам соғысып жатыр деген ақпараттар шындыққа келмейді. Мына соңғы өткен жылы болған ақпарат шын мәнісінде бұл Қазақстанға бағытталған бір ақпараттық соғыстың бір түрі деп айтуға болады. Бұл жарнаманың бір формасы, керісінше сол аймақтарға қосымша азаматтарды тарту мақсатында ұйымдастырылған әрекеттер. Я здесь просто поясню, очень важный вопрос. В прошлом году как раз таки вот обсуждался по проблеме выезда граждан Казахстана на разные очаги конфликта за рубежом, в частности в Сирию. Обсуждалась вот информация о ролике, о выезде более 150 граждан Казахстана. Вот эти данные, большинство этих мнений несколько, честно говоря, преувеличены. Речь на самом деле не идет о таком количестве, нескольких сотен граждан Казахстана, которые якобы воюют там. Эти цифры несколько преувеличены, опять же, в пропагандистских определенных целях. Надо понимать, что кроме взрывов и самоподрывов, терроризм – это все-таки еще часть информационной войны. Большая часть – это даже информационная война. И здесь нужно очень важно иногда отделять реальную информацию и так далее. Я беседовал с очень многими аналитиками, экспертами, которые за рубежом занимаются вот, похожей проблематикой, участием. И они тоже говорят, что сомнительно такого рода количество. Почему? Потому что, вот, например, зарубежные европейские аналитики, они ведут чуть ли не пофамильный подсчет каждого гражданина, который выехал, участвует в боевых действиях. Вот, например, есть данные бельгийских аналитиков, которые составили карту более 300 граждан Бельгии, которые воюют в Сирии. Или, скажем, около 300 граждан Франции, которые также принимают участие в боевых действиях на территории Сирии. Или даже вот последнее тоже очень интересное исследование азербайджанских аналитиков, которые составили данные, если не ошибаюсь, 250 членов различных радикальных групп, действующих на территории Сирии, граждан Азербайджана. С какого района, пофамильно, составили точную базу данных. И вот большинство этих аналитиков, конечно, подвергает сами сомнения, потому что на самом деле это надо представлять, это очень большое количество. Қазақстан телеарнасы, тақырып өте ауқымды. Екі сұрақ, сондықтан қысқа жауап берсеңіз. Зерттеулер жаңа сіз айттыңыз, Орта Азияда бірінші рет жасалды деп. Дегенмен алматылық саясаткерлер осыдан 1-2 жыл бұрын осы террористердің портретін жасап берді. Осыны сіз білесіз бе, және қандай деректерде айырмашылықтар бар? Екінші сұрақ, зерттеу жаңа нәтижелерін айттыңыз. Осы зерттеудің қорытындылары, нәтижелері қай жерде қолданылады, қандай сабақ аламыз? Мен жаңа баяндама барысында айтып өткен болатынмын, осыдан 2 жыл бұрын қателеспесем алматылық сарапшылар осындай секілді зерттеулерді ұйымдастырған болатын. Бұл зерттеулерде негізінен құқықтық статистика комитетінің мәліметтері қолданылған болатын. Бірақ бұл мәліметтерде бір өкініштісі тек қана ресми сот үкімі шығарылған ғана адамдар қатысты мәліметтер негізге алынса, біздер өз зерттеулерімізде сонымен қатар қылмыстық істер бойынша аталған немесе басқа да деректер бойынша есімдер аталатын тұлғалардың да мәліметтерін ескерген болатын. Сондықтан да біздің зерттеудің нәтижесінде неғұрлым кең мәліметтер пайдаланылды осын айырмашылыға. Және де
біздер тек қана радикалды топтар мүшелерінің әлеуметтік демографиялық портретін ғана емес, сонымен қатар жаңа жоғарыда айтылғандағыдай топтардың қандай түрлері бар, олардың қаржыландыруы, қару жарақтарға ие болуы сияқты басқа да жағдаяттарды ескерген болатынбыз. Бесен Дәулетұл, Айқын газетінен. Ерлан Тынымбайұлы, жаңа жұмыс бастағаны кестер, бұл салада өте күрделі сала, сіздің барыңызға біз барыңызға бір нәтижелі күтеміз. Осы орайда алғаш бір қадамдар ретінде осы салада бұрын айтылып келе жатқан осы жеңіл-желпі елсенбейтін мәліметтер, не дінді, не тілді дұрыс білмейтін азаматтардың бір арзан қолы сарыптамалар жиі пайдаланады. Мысалы, жаңа да кейбір тұстарда осындай мәліметтер айтылып жатыр деп ойлаймын. Себебі бүкіл зерттеуді бір өзің жасаған жоқсың, қайрын, оны тело институт жасап отыр. Мәселен, жаңағы террорлық топтардың 8000 теңгеге ұрлық жасап террорлық группаны қаржыландырады деген ол бұрындан да айтылатын, ол бір ішкі істер органдарының кейбір мәселен байын бармайтын тергеушілердің жасаған бір шала сауатты бір мәліметтер деп ойлаймын. Және сол сияқты кейбір жаңа айтылып жатқан діни топтардың мысалы әрқайсысы өз алдына жеке қызмет етеді, бір бірімен бір орталықтан басқарылмайды деп болса. Екінші жағын айтасыз, бұл террорист террорлық мақсат бұл стратегиялық жоспар дейсіз. Енді стратегиялық жоспар болса, ол қалай өз алдына әрқайсысы бөлек бөлек әр жақта өз алдына дербес әрекет етеді. Және Қазақстанда осы террорлық топтар шетелмен байланыстығы, жалпы әлемдегі террорлық топтың өзі бір әртүрлі орталықтардан басқарылатын ол аңыз емес, қой айтылып келе жатыр. Онда мәліметтер де бар, жаңа да күшейгені жайында да. Жалпы осында бір соны тың өзгерістер енгізуге қаншалықты бір сізде ынталы бір жаңа инициативалар, жаңа бастамалар бар сіздің тарапыңыздан? Брифингке шақыру керек, Айқын газетінің журналист. Қайтадан бүкіл баяндаманы жақсылап тұрып түсіндіріп тағы бір оқып беру керек шығар. Мен баяндаманың біздің баспасөз мәслихатымыздың аяқталуы деп есептеймін, сондықтан да осы сұраққа жауап берумен тағы да бір шолу жасап, негізгі пайымдарды тағы да дәйектеп шығуға рұқсат етіңіздер. Біздегі Қазақстандағы орын алған оқиғалардың барлығын террористік актілер деп есептеуге болмайтын жөнінде айтқан болатын, көбінеге бұл оқиғалар керісінше сол топтарға, сол топтардың ізіне жаңа арнаулы құқық қорғау органдарының ізіне түскеннен кейін қарсылық әрекеттері ғана болатын. Бұл бір. Екіншіден, жаңа айтып отырған сияқты белгілі бір топтың қылмыстық әрекет жасап қолға 8000 теңге түсірген секілді, бұл әсіре сілтеуші фактор емес, шынымен де осындай факторлар, немесе басқа да көп мысалдарды келтіруге болады. Қалай мысалға адам тонау нәтижесінде қолға 10000 теңге түсіріп, немесе Ақтөбе қаласында бір топ мысалға сол топтың несіне, бюджетіне ақша жинау мақсатында көшедегі студенттердің қол сумкасын ұрлаумен айналысқандар да болған, тағысын тағы басқа. Керісінше бұл жағдай бұл топтардың аса ауқымды форматты қызмет етуіне кедергі болды. Олар көп қару жараққа ие бола алмады соның арқасында. Мен жаңа айтып отырғанымда сол көптеген террористік топтар өздерінің арсеналдарында бар болған сол аңшылыққа пайдаланатын мылтықтар ғана болған. Себебі басқа автоматты қару жарақ, гранатомет сияқты басқа да күрделі қару жарақтарға сатып алуға тиісті қаражаттары да болмаған. Сондықтан да көптеген топтардың жаңа азық түлік магазині немесе такси тоқтатып таксисті тонаумен айналысатындығы, немесе емшілікпен айналысып жатқан бір кісінің үйіне еніп келіп ақшасын тонауы секілді осындай әрекеттердің барлығы де бұл топтардың тұрақты қаржы көздері болмағандықтан өз бетімен әртүрлі жаңа кішігірім деңгейде осындай қаржы іздегендерін көрсетеді. Бұл бір. Және де үшіншіден бұл топтардың орталық басқару нүктесі болмаған. Бұл Қазақстандағы террористік радикалды топтардың өз мақсатын толық орындалмауына бір кедергі де болды. Бұл біз үшін жағымды фактор болды, біз үшін, қоғам үшін, мемлекет үшін. Бірақ олардың арасында горизонталды байланыс болды деген бұл бірінші пайымдауымызбен қарама-қайшы емес, себебі әрбір жаңа сол топтың мүшелері бір кезінде бір оқуға барған, немесе жаңа айтылған сақ 2004 жылы үлкен бір осындай террористік топтың құрамында болған, бірақ үшінші, төртінші рөлде деген сияқты. Тұрақты өзара байланыс болмаған, тұрақты түрде. Және де олар бірлесіп отырып өздерінің акцияларында жоспарлай алмаған. Егер де олар сол акцияларды өздерінің ойлаған мақсаттарына сай өткізетін болса, онда бұл оқиғалардың
мазма формасы да өзгеше болар еді. Көптеген радикалды топтар жаңа жоғарыда айтып отқанда да өз мақсаттарын толықтай іс жүзіне асыра алмаған, шын мәнісінде болған, орын алған оқиғаларды террористік актілер деп айтуға қиын, олай деп пайымдауға болмайды. Рахмет. Соңғы екі сұрақ. Сауле Тимирбаева, Первый канал Евразия. Вы как раз-таки затронули тему интернет-безопасности от террористической пропаганды. И вот на прошлой неделе как раз-таки состоялось совещание на экспертном уровне между Казахстаном и странами Евросоюза как раз-таки по поводу интернет-безопасности. И предлагались различные версии этого сотрудничества. Одна из них, допустим, создание какой-либо общей организации, которая бы противодействовала вот этим вот интернет-сайтам и так далее. Вот по вашему мнению, как сегодня должно выглядеть это сотрудничество? Должен ли быть казахстанский Сноуден? Насчет сотрудничества не знаю, но в первую очередь должен быть постоянный мониторинг. И не только экстремистского содержания, но и в целом, да, противоправного содержания, так скажем. Потому что сегодня молодые люди посвящены самому себе, и что они находят в интернете, какую информацию черпают, зачастую мы сами не знаем. Я вот часто говорю, часто задают ваши коллеги вопрос, насколько интернет опасен, не опасен. У меня ответ один. Точно так же, как нельзя ребенка, да, одного выпускать допоздна бесконтрольно на улице, точно так же нельзя ребенка, подростка бесконтрольно, так скажем, да, допускать безграничное пространство интернета. Что он там находит, чему он там учится, конечно, всегда это большой вопрос. И касательно вот нашей вот темы, каждый раз эксперты, простые люди задаются вопросом, вот почему государство, что должно государство еще должно сделать, какие меры должны еще предпринять. Да, государство должно предпринять определенные меры, и государство предпринимает на самом деле меры. Я уже, как говорил в докладе, я сам, честно говоря, ошибался, часто критиковал, но по анализу потом убеждаюсь и убедился в том, что на самом деле достаточно серьезные меры были предприняты. Силовики провели большую работу над ошибками, развернули систему национальной безопасности под новые задачи. Но здесь очень важна еще ответственность самих простых людей. Почему? Потому что если, вот я этот тезис часто повторяю, и здесь могу еще на этой площадке повторить, что если родители, да, не знают, чем занимается их дети, да, то, естественно, спецслужбы, соответствующие органы никогда не смогут в полной мере проконтролировать. И во многих случаях родители сами, вот я встречался со многими родителями осужденных лиц, проводил с ними беседу, интервью, они сами, честно говоря, раскаиваются в том, что не уследили, не посмотрели, не интересовались, чем живут, чем интересуются, и не только вот в аспекте проблемы терроризма. Поэтому здесь, честно говоря, возникает вопрос об ответственности самих граждан, правовом сознании. Вот Гульмира говорила касательно своего исследования о том, что молодые люди часто не осознавали, на какой опасный шаг идут. Я еще добавлю, что в каждом уголовном деле присутствует 3, максимум 5 человек, которые знали о том, что планируется совершение таких преступных акций, которые видели, что эти люди хранят у себя оружие, даже помогали у себя на время оставить оружие на балконе. Иногда даже помогали загрузить машину это оружие, или наоборот, даже пользовались, брали на несколько дней поохотиться. Вот я еду на рыбалку, можешь ли одолжить свой пистолет, я на пару дней возьму. И вот многие эти люди знали, что это противоправно, но своевременно не сообщили, потому что, к сожалению, это еще как бы идет по советской инерции, что это не мое, этим должны заниматься другие структуры. У нас как-то на общественном уровне порицается, да, там, или не приветствуется, что ли, сотрудничество с правоохранительными органами. И это, конечно, еще говорит о низком уровне доверия правоохранительным структурам. Над этим тоже нужно работать. Поэтому, когда президент постоянно говорит о концепции нулевой терпимости преступлениям, я 100% это поддерживаю и, наоборот, считаю, что нужно активизировать работу, потому что все начинается с мелкого. То есть, когда мы равнодушно относимся, не заботимся, не переживаем, не интересуемся, конечно,
завтра любое явление может перерасти в нечто уже более серьезное. Что имело место, честно говоря. По поводу сотрудничества Европы и Казахстана вот именно в этой сфере. Интернет-безопасности. Нужно сотрудничать, конечно, нужно сотрудничать. Тем более, что редко между соответствующими структурами существует должное взаимодействие, а между прочим, членами различных радикальных организаций за рубежом, наоборот, сотрудничество очень хорошо налажено. И вот сейчас я занимаюсь исследованием, как я уже говорил, вот группы солдат и халифата, и приходится, например, будучи за рубежом в Штатах, очень часто просматривать различные интернет-сайты, ресурсы. Между прочим, вот эта тенденция сейчас и набрала так, и в радикальной сфере. Большинство радикальных групп имеет свои представительства в интернет-сфере, соответствующие сайты, и они исчисляются тысячами, несколькими тысячами. Да? И, конечно, нужен постоянный мониторинг, обмен информацией. И я вижу, что не всегда здесь, скажем, те люди, которые занимаются в полной мере владением информацией, или наоборот, те эксперты, с которыми я встречаюсь, они не всегда знают теми вопросами, теми задачами, которыми мы занимаемся. И мало того, Казахстан инициировал создание в рамках СНГ киберпола. Последний вопрос, пожалуйста. Евразия бірінші арнасы, Айжан Алиясқызы, мен қойын деген сауалым. Жуырда ғана ақпарат шықты, Сирияда балаларды террористік әрекеттерге дайындайтын мектеп бар екен. Ол жалпы әлемге қауіп төндірмей ме, және соған қатысты сіздің пікіріңіз? Я мен бұл ақпаратты көрдім. Америка Құрама Штаттарында жүрген кезімде, мына зерттеу айналысып жүрген кезімде осындай секілді радикал топтардың түрлі интернет ресурстарын зерттеумен айналысқан кезінде осындай материалды көрген болатын. Бұндай фактілер бар рас, әрине бұл өте қауіпті. Бірақ бұл жаңа қазіргі заманғы терроризмнің жаңа формаларға, біз айтып отырғанда да ұласып дамып бар жатқандығын көрсетеді, қауіпті формаларға дамып ке жатқан. Ал жалпы әлем бойынша, мысалы біздің Қазақстанда террористік жас мөлшері 18 бен 17 мен 48 жас аралығы дедіңіз. Әлем бойынша қандай жас мөлшері? Әлем бойынша енді айту қиын, нақты ондай деректер жоқ. Біздің елімізде ғана осындай зерттеуді ұйымдастырып отырмыз, ал шетелде көбіне көп тек қана болған террористік актілерді ғана сараптаумен айналысады. Ал жаңағы бұндай топтардың мүшесі қандай жаста бар, ондай фактілерді көбіне көп зерттеуге алынбайды. Тек қана қазір Сирия мен Ауғанстанға байланысты европалық және батыс жалпы сарапшылар осындай зерттеумен айналысуда. Олардың енді зерттеуі түсінікті, себебі қазір уақытта Сирияда соғысып жүрген сол европалық азаматтардың басым көпшілігі. Сондықтан да бұлардың зерттеп отырған мақсаттары не? Ертең бұл азаматтар сол қайтып Европаға барады, сол үйренген нәрселен сол елдерді ұйымдастырмай ма деген мақсатта ғана. Рахмет. Я искренне благодарю Ерлана и Гульмиру за участие и очень обширно, профессионально, широкое представление анализа. Я думаю, что ваши исследования будут полезными и эффективным инструментом в работе правоохранительных органов, общества, всего государства, и средства массовой информации без искажения смогут донести обществу все главные посылы. Всех благодарю. До встречи.